Пятница – особый день для каждого мусульманина. Возможность собраться на джума и вместе совершить поклонение Всевышнему. Но каков же был шок и омерзение у прихожан, когда они обнаружили на пороге местной мечети такой вот сюрприз. Инцидент произошел в австралийском городе Голд-Коста 28 октября. Имам Хусин Гос уверен, неизвестный старался нанести максимальное оскорбление. «Посмотри, она специально выкрашена в зеленый цвет. Это очень печально. И еще печальнее, что нашим прихожанам пришлось это увидеть. Я уверен, что это сделал психически незрелый человек. Но мы этого просто так не оставим. Это преступление на почве ненависти». Имаму пришлось лично убирать это непотребство от дверей мечети. А потом он сразу же написал заявление в полицию. И что удивительно, злоумышленника задержали уже через несколько дней. Им оказалась 21-летняя девушка. И что самое забавное, перед судом она предстанет тоже в пятницу, 11 ноября.